внимание, в зал вносится флаг Российской Федерации, знамена вида вооруженных сил Российской Федерации, грамота о присвоении городу Таганрогу почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы». Знамена внести! Торжественный вечер в честь Дня защитника Отечества объявляется открытым. Города Таганрога Андрей Владимирович Лисицкий. Добрый вечер, уважаемые ветераны и гости мероприятия. Я поздравляю всех с наступающим праздником, Днем Защитника Отечества. Этот праздник прочно связывает прошлое, настоящее и будущее России. Является символом согласия, единства, гордости за страну и ее историю. У нас одна Родина, и каждый понимает свою ответственность перед ней. В каждой семье бережно хранят память о подвигах и героизме отцов, дедов, прадеда. Россия всегда славилась своими защитниками. Наши воины – мужественные и волевые люди, умеющие побеждать и принимать ответственные решения. Решения, от которых зависит жизнь, покой и будущее Отечества. Я выражаю слова искренней признательности всем защитникам Отечества, а также родным и близким тех, кто сейчас проходит непростую службу в рядах вооруженных сил и правоохранительных органов Российской Федерации. Желаю всем мира, добра, благополучия и успехов в благородном деле патриотического воспитания подрастающего поколения. С праздником! Указом президента Российской Федерации учреждена юбилейная медаль 75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. Одним из первых в Таганроге медаль вручена участникам Великой Отечественной войны, полному кавалеру Ордена Славы Василию Ивановичу Добрице. Спасибо вам, дорогие ветераны, крепкого вам здоровья! Юбилейная медаль 75 лет победы в Великой Отечественной войне вручается участникам Великой Отечественной войны. Михаил Захарович Чижков. Thank you.
подполковник полиции Алатурцев Михаил Васильевич, заместитель начальника отдела ведомственной охраны по городу Таганрогу и Матвеево-Курганскому району. Майор полиции Ковалев Алексей Алексеевич, старший участковый отдела полиции номер 1 управления МВД России по городу Таганрогу. Подполковник полиции Янкин Игорь Викторович, заместитель командира ОМОН управления Росгвардии по Ростовской области. Капитан внутренней службы Марченко Виталий Алексеевич, старший инспектор отделения организации службы подготовки и пожаротушения 6-го пожароспасательного отряда МЧС России по Ростовской области. Капитан Волошин Сергей Николаевич, оперуполномоченный отделения Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте. Подполковник Делов Александр Васильевич, начальник группы, руководитель полетной войсковой части 45-96. Подполковник Собакин Дмитрий Александрович, заместитель командира войсковой части 45-96 по инженерно-авиационной службе, начальник службы. Капитан Дандамаев Заур Байхударович, начальник отделения военной комендатуры гарнизона 2-го разряда города Таганрог Ростовской области. Кощеев Константин Андреевич, сотрудник отдела в городе Таганроге пограничного управления ФСБ России по Ростовской области. Мичман Пивоваров Андрей Сергеевич, командир катера войсковой части 2198. Гвардии рядовой запаса Цесенко Кирилл Геннадьевич, член региональной общественной организации «Союз десантников Таганрога». Спасибо, Андрей Владимирович. Депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Александрович Косинов. Дорогие ветераны, товарищи офицеры, уважаемые жители города Таганрога, я всех вас от всей души поздравляю с нашим общим всенародным праздником Днем Защитника Отечества. Этот праздник имел много названий. Я, например, как человек уже не молодой, для меня он остался и остается днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Для меня и город Таганрог – это город, в котором я когда-то начинал, будучи еще молодым лейтенантом, службу Советской Армии. Но я все-таки думаю, что День Защитника Отечества, он ближе нам, потому что не только мы с вами, товарищи офицеры, не только те, кто при слове «честь имею» встает, защищали нашу Родину и защищают нашу Родину. Ее защищают все. И женская наша половина, без которой бы мы никуда не делись. Вам всем низкий поклон, здоровья, счастья и долгих-долгих лет жизни. А вам, ветераны, большое-большое спасибо.